Наши прабабушки тоже были детьми. Какие игры им были интересны и чем увлекались дети двумя веками ранее, теперь может узнать любой ивановец. В городе открылась выставка «Мир игрушек» 100 лет назад. В экспозиции больше 200 предметов – кукол, пазлов, шарат и головоломок. Автор выставки собирал эту коллекцию всю жизнь. Вдохновили рассказы прабабушки – необыкновенные женщины 19 века. Сначала в экспозиции появились игры, затем куклы и предметы одежды. История игрушек невероятно интересна. Придумали, допустим, пазлы 1761 году. Придумали их для того, чтобы дети лучше учились в Англии. Потому что очень много было географических карт надо было изучать, потому что Англия была, имела очень много колоний. И это была большая проблема для школьников. И просто один издатель решил помочь. В общем-то, и разрезал карту на несколько частей. И так появились пазлы. Потом уже не только уже географические карты используют, но и разные картинки. Наборы солдатиков и кукольная одежда. Инвентарь для спортивных состязаний. Несовременные, на наш взгляд, роликовые коньки и теннисные ракетки. Здесь найдутся игры, интересные мальчишкам и девчонкам. В экспозиции немало и технических игрушек. Детский телефон, пишущая машинка, калейдоскоп, волшебный фонарь. Маленьким посетителям понравилось буквально все. Мне понравились игры вот того времени. Больше всего мне понравилась одежда. Она очень интересная. Красивая. Не ожидала увидеть вот 3D-картинки. Вот. Я не знала, что есть проекторы в то время. Вот. Для меня это новинка. Цель у выставки не столько развлекательная, сколько познавательная. Организаторы надеются, что смотреть на игрушки 19 века придут не только дети, но и их родители. А здесь им уже расскажут, как поддерживают и укрепляют семейные отношения, совместные игры вечерами. И как важно воспитывать малышей самостоятельно, не позволяя им черпать современные ценности из телевизора и интернета. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.